У нас очередные два дома, которые мы строим по программе переселения из аварийного жилья, сдаем здесь у вас в городе. Хотел поблагодарить, конечно, строителей, молодцы они, неплохо работают. И думаю, что если у кого-то будут замечания по квартирам, они эти замечания обязательно устранят, поэтому вы не стесняйтесь, обращайтесь. Они у нас люди совестливые и, что называется, стараются работать на совесть. Ну, конечно, я хотел поблагодарить президента, потому что эта программа была начата президентом Путиным почти 7 лет назад, и Тульская область сегодня участвует очень активно в этой программе. Мы переселяем 320 тысяч квадратных метров, 16,5 тысяч человек. В принципе, конечно, для Тульской области это огромный объем. Ну, кто эти люди? Ну, вы все друг друга знаете. Это в основном шахтерские поселки, бараки, полуразрушенные дома. Многие люди прожили десятилетия, кто-то 40, кто-то даже 50 лет. В основном это люди уже пенсионного возраста. Но, знаете, очень важно, вот мы смотрели программу переселения сейчас и вот даже вспоминали, сравнивали с советскими временами. Вот столько из аварийки не переселяли даже в советские времена, как сейчас. Поэтому низкие поклоны, слова благодарности президенту Путину за то, что эта программа реализуется. Ну и, конечно, жители области, потому что 50% этих квартир, они построены на налоги, которые платят жители области. Поэтому Тулюков видите, говорите добрый день, спасибо вам за то, что вы мне дали квартиру. Ну что, я вас всех поздравляю и спасибо вам за ваше терпение.